Всем привет! Вы на канале Osplay и продолжаем проходить Человека-паука. Давайте, у нас тут появилось наконец основное задание по сюжетке. Я тут пока бегал мелкие, выполнял зачищение территории. Итак, друзья мои, в нашем городе опять ЧП. Все заколочено. Очень грустное зрелище. Так, ну вообще-то возможно через окно пробраться. Не хочу привлекать внимание. Это некая мастерская. Эй! Боже, сколько пыли! Тут давно никого не было. Найти улики. Давайте поищем. Университетские тетради Рика. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был сгустком энергии. Кто-то не выключил свет. Какие-то лекарства? ГМКСФ. Обычно им лечат заболевания костного мозга. Но у кого? Так, я немного пропустил, пока не могу понять, к кому мы пробрались. Пропуск в Роксон на имя Элла Стерлинг. Но на фото Фина. Фина с кем-то планировала пробраться в Роксон. Так, в стене у нас небольшая брешь, давайте за попробуем. За ней что-то спрятано. Пробить. Ничего. Что-то спрятано. Ты чё, паучок, не можешь пробить кирпичную стену? Так, ну это я смотрел. Понятно. Вот это я понимаю, убежище. Фина спроектировала все снаряжение подполья. Забавно, что теперь мы оба в масках. Так, Фина — это его подруга детства, насколько я понимаю. Видеозапись. Полгода назад. Пошла тестовая загрузка. У меня полгруппы больны. А Кригер отрицает, что дело в нуформе. Пора это изменить. Давай я. Думаешь, мы готовы? Тянуть нельзя. Они начали стройку в Гарлеме сегодня, раньше времени. Отравить город ради бабла. Они находят лазейки. Плюют на безопасность. Нельзя дать им так извратить мою работу. Ладно, сперва займемся ядром, потом сотрем все данные. Ты уверен, что они не сделают все заново? Нет. Нет, если мы уничтожим и те запасы, что в Джерси. А без меня они не разберутся, как работает Нуформ. И проекту крышка. Я буду снимать. Если что не так, запись пойдет прямиком в Бьюгл. Ладно. Готова спасать Нью-Йорк? Готова. Тут вторая запись. Проклятие! Не загрузилось! Телефон, что ли, накрылся?
позволю, чтобы все было зря. Обещаю, Рик. Они пытались закрыть проект разработки Нуформа. Но что-то пошло не так. Надо отследить ее телефон. Если получится. Давай! Исчезай, исчезай! Давай! Он здесь! Не дайте ему уйти! Он исчез? И так может? Мое исчезновение не слабо их напугало. Нельзя нападать, пока они не успокоятся. Не пускай паука к компьютеру! Проваливай отсюда, я очень... Видимо, сработала беззвучная сигнализация. Погнали, оба! С пауками шутки плохи. Так, у нас вон еще на крыше. Так, все мы разобрали. Спокойно, мы его найдем. Поспи. Не трогай. Вот ты где. Ну ты, я попала. Ох ты! Найду телефон Фины. Может, пойму, что случилось с Риком и почему она стала умельцем. Вот, есть координаты. Так, я так полагаю, этого бродягу показали нам. Это был... Позвоню Ганке. Дядя. Расскажу ему. Майлза. Я понял, зачем ей все это. Что-то случилось с ее братом. Что-то очень плохое. Ничего себе. Рик работал в Роксоне. Был руководителем проекта Нуформ. Ого. Ничего очень плохое. Наверное, заболел что-то. Саймон Кригер везде кричит, что он безопасен. Какая-то смертельная у него болезнь, и она пытается найти решение, чтобы его спасти. Разработку реактора. Свернуть проект. И что случилось? Не знаю. Пока. Фина все записывала на свой телефон, но потеряла его в лаборатории. Я хочу его найти. Хорошо, я на связи. Научные лаборатории Роксон. Здесь появился проект Нуформ. Телефон должен быть где-то здесь. Кажется, я знаю, как туда попасть. Так. Меня это полностью устраивает. В вентиляции стоит энергощит. К чему он подключен? Пускай местность. Нужно его отключить. Не все так просто, как всегда кажется. А где у нас энергощит? Он, получается, внутри здания находится. Не хватало только влететь в засаду.
Так, этот у нас оружием, этот... Ну, лучше вот этого вынести. Так, у нас электрический это. Нет, 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 нет. А как нам выбирать? Подождите. Инжектор-то не помню, уже как выбирается-то. А, все нашел. Инжектор, паутины, голодрон. Как мы делали-то? Проще оказалось. Поглощение энергии повредило генератор. Даже не верится. Вообще, по сути, электропаутины-то у нас и нету. А потом нужно, чтобы установить прощающийся объект. Окей. В лаборатории с вооруженной охраной. Эти каникулы запомнятся надолго. Я должен валяться дома, дрыхнуть, играть в приставку и есть печенье целыми коробками. Ну и куда? Так, и что у нас до пути? Я так понимаю, это просто мы вылезем туда же, откуда мы пришли. Ну, все ясно. Стоп! Я что, хожу по кругу? Парень, который все проектировал, явно приврал в своем резюме. Телефон намного ниже уровня земли. Ой-ой. Во внешней части системы вентиляции поломаны. Если там подполье, убейте их. Если задержите. Так, здесь решетка у нас. Где у нас этот энергетический узел? Привет. А что смешного? Черт, Майлз, для тощего пацана ты жестко бьешь. Дядя Аарон, ты бродяга? Папа заводил на тебя дело. Я знаю. И уверен, у тебя полно вопросов ко мне. Но нам нужно убираться отсюда. Зря ты решил сюда вломиться. Я не уйду отсюда с пустыми руками. Слушай, я когда-то раньше работал на Роксон. Не стоит связываться с этими парнями. Если нас тут поймают... Так помоги мне. Упрямо весь в отца. Ладно, но сделаем помочь.
Я знаю, где есть доступ к терминалу охраны. Буду тебя направлять. Управляемые мины. Используй, если станет жарко. Только не попадись. Видишь вентиляцию с лазерами? Как ты это делаешь? Я уже работал с такими системами. Соберись. Пора пробовать управлять. Так, выберем. Что происходит с камерами? Опять электричество шалит? Нет, это было в Гарлеме. Носорог уничтожил целую станцию. Могло и не только тот район задеть. Я что-то слышал.